Ну и наконец-то мы дошли с вами до более сложных рельефов. И в этом видео мы рассмотрим создание вот такой необычной чешуи. На рыбную чешую это мало похоже, так что назовем это чешуя дракона. Вот так она очень интересно выглядит. После просмотра этого ролика вы научитесь создавать чешую различных видов. Начнем. Мотель мы будем создавать из рисунка. Сначала открываем рисунок. Значит, нажимаем разрешение, высота 0, 300 dpi. Нажимаем ОК. И следующее, что мы сделаем, это увеличим разрешение. Значит, вот текущее. Так, и начнем создавать наш вектор. Выбираем дуга. Создадим центральную линию для того, чтобы можно было отразить одну часть вектора. Значит, объединяем вектора. А у меня это сочетание клавиш Ctrl-W. Вы можете объединить их с помощью зайти в вектор. Объединить с совпадающими узлами. Либо также можете прописать сочетание клавиш. Мы их проходили в первом видео. Ссылочка будет вверху. Значит, объединяем. Отразить по выбранной линии. Удаляем наш вспомогательный вектор. И также это объединяем. Вот у нас получился вектор нашей чешуи. Так, и начнем создание 3D-модели. Переходим в 3D-вид. Редактор формы. Значит, у меня начальная высота, поскольку у меня модель составляет 5 на 8 миллиметров всего лишь. Значит, высота маленькая, где-то 1 миллиметр. Значит, и как я вижу, то на этих чешуйках они как бы такие закругленные, у них углы. Значит, начальная высота 1. Сделаем ограничение по высоте. Круг. 0,3. Вот у нас получились сильно острые углы. Вот особенно здесь это неприятно видно.
0,4 мало. Пишем 0,5. И здесь 0,2. Ну, вот уже выглядит довольно поприятней. Посмотрим на верхнюю чешую, которая видна полностью. Да, ну, примерно похоже. Оно не будет похоже, поскольку, ну, совсем не будет похоже, поскольку само изображение сделано как бы под углом немножко. Из-за этого оно все так будет выглядеть. Ну вот, уже намного лучше. Нажмем применить. Так, и следующим действием у нас будет, значит, мы должны сделать как бы такой угол для того, чтобы наша чешуйка ложилась одна на другую. Значит, переходим в рельеф, вправка, вырождение. Значит, вот одна белая точка и вторая. Значит, одна белая точка создает нижнюю часть, а другая верхнюю. То есть мы берем за точку и переносим ее. Вот у нас получился такой вот уклон. Значит, здесь сильно низко. Ага. И здесь торчат у нас какие-то зубы. Значит, для того, чтобы они не торчали, нам нужно взять этот вектор, и мы его расширим вот на 0,01 миллиметра внаружи. Теперь мы создадим массив рельефа. Переходим в рельеф. Штамп для вырезания. Значит, когда мы открыли эту функцию, оно как бы уже скопировало наш рельеф. Закрываем. Эта чешуя лежит неровная, то есть мы не можем создать массив так, чтобы он был вот прям как на рисунке. Значит, нам нужно выбрать этот вектор. Мы зажимаем клавишу Ctrl и перетаскиваем его. То есть мы его копируем. Вот так. Нам нужно сделать так, чтобы один вектор ложился на другой. Не сильно много и как бы не сильно мало. Вот. Примерно этого будет достаточно. Значит, теперь мы выбираем и делаем массив. Значит, массив сделаем вверх и влево. То есть здесь влево и вверх. У меня уже прописаны значения. Нажмем применить. Значит, мы видим, что он газ по иксу ложится немного сильно.
нам нужно будет увеличить наше значение. Значит, нажимаем Ctrl-Z, чтобы отменить, и нажимаем обратно применить. Теперь сильно далеко. Делаем 6.5. Можно еще больше. Вот теперь замечательно. У нас так же, как с левой стороны, так же, как и с правой. Вот практически одинаково. Наша чешуя ложится одну на другую. Значит, закрываем. Значит, когда мы создавали вот эти вот вектора, автоматически у нас создавался как бы наш рельеф. Значит, перейдем в 3D вид, и мы можем это увидеть. Так, сейчас ArtCam немного подумает. Для того, чтобы это применить, мы должны нажать на шаблон. Здесь выбрать функцию «Слить по наибольшей высоте». Здесь вставить выбранные шаблоны. И вот наш рельеф вставился. Значит, мы можем убрать нашу нулевую точку или нулевая плоскость. Ну и вот как получились наши чешуйки. Значит, при создании вы уже можете регулировать сами высоту, какая вам будет нужна. Но в следующем видео я хотел бы рассмотреть, как создать вот такое вот плетение. Как раз я думаю, это будет очень полезно и очень интересное видео. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, до следующих видео.